еще очень-очень много яблок, то есть одно место, где они очень пригодятся. Это центр помощи диким животным Делис, где конкретно мы сейчас и находимся. 6 медведей, 4 рыси, кабан и даже крокодил. Все эти питомцы живут здесь. Разумеется, мы приехали не с пустыми руками, а с небольшим подарком для этих животных. И сейчас переговорим с ветеринарным врачом Натальей Бондаренко о том, кто же, Наталья, самый большой любитель яблок у вас в центре. Безусловно. Ну, это пока не прямой эфир. Господи, что же вы меня пугаете? Даже я в какой-то момент, честно, напугался. Я же не слышал, что я тут хожу, а это уже прямой эфир. Хорошо. Ты хорошо сработал.